Приветствую, друзья, с вами, как всегда, Александр Белев, видеообзор на нож, выполнен на заказ. Сталь от ножа S390, это австрийская порошковая сталь, очень твердая, резучая, с вкусным агрессивным резом. Видим широкий кованый дол, клеймо мастера медвежья лапа, линза выпуклая в ноль. На линзе у нас выполнена гравировка. Лес, олень, медведица с медвежонком. Следы ковки ближе к обуху. Рукоять выполнена из стабилизированного капа клена в синем. Фибра рок-лося. Посередине радиусная вставка с резьбой на роге лося, выполнен скримшоу, медведь белый, монтаж сквозной, на тыльнике медвежья лапа, резная прокрашена, в комплекте нож идет с кожаными ножнами, ножны из кожи быка, нож в ножнах плотно сидит, не выпадает, также хорошо достается. Видим вот такие кожаные ножны, прошиты вощеным шнуром, пропитаны воском на свободном кожаном подвесе, плетеном в комплекте керамический мусат и огниво из ферроцерия. Для заказа пишите директ, вайбер, ватсап. Контакты будут под видео. Всем пока!